Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в Топу кадастра, где оформляют документы на квартиру, на виллу, на земельный участок и тому подобное. Всем интересно, как оформляется Топу на квартиру, и хочу подробно все объяснить. Так, дорогие зрители, я сейчас покажу вам, как происходит весь процесс оформления Топу квартиры. Значит, сперва подается заявка на продажу. Этот процесс я сейчас вернусь и вам покажу заново, как все это делается. После вот подготовки всех документов, документы подаются в эту сторону. Вот, заявка подается в этой стороне, здесь большая очередь, не буду снимать, тебя надо встать в очередь. И там выходит номер отслеживания после подачи заявки. И нужно ждать как бы одну неделю, две, три. У каждой квартиры по-разному происходит этот процесс. Не знаю почему, но есть большая очередь, много квартир продалось, и Топу кадастр не успевает, как мне там заявляли. Есть специальная команда, которая называется инспектора, которые ведут это дело. По-турецки это «татипчи». Если вы будете слышать это слово, то знайте, что это человек, который собирает все документы и всегда приходит каждый день, несколько раз приходит, спрашивает по номеру отслеживания, сколько осталось процесс для оформления ТОПУ, когда нам нужно прийти. Там назначают день, называется рандеву, и в день рандеву, даже если напишут 10 часов или 9 часов, можно после этой даты, и где-то 5 дней даже, если не успеете, будут какие-то личные проблемы, у вас есть 5-10 дней, чтобы прийти. Или надо внутри сказать, что у меня там проблемы с переводом денег, там, не знаю, кто-то заболел. Если они поймут, если они скажут, что да, мы сможем подождать 10 или 9 дней, то вы подождете. Если нет, то придется отменить эту заявку и быстренько заново подать заявку и сказать, что мы отменяем, подаем заново. Прошу ускорить процесс. Я сейчас пойду к одному из инспекторов. Он здесь напротив, у него офис. Много офисов. Нужна фотография также. 3x4. Сейчас все он объяснит. Я все этот процесс знаю. Просто лучше будет, чтобы вы услышали от того человека, который этим занимается. Его зовут у нас Давуд Бей. Селям алейкум, Давуд Бей. Ага. Хош болдук. Davut Bey, siz bize bu evrakların nasıl olduğunu anlatın, size zahmet. İlk önce ne yapılması lazım? Сейчас будем объяснять. В первую очередь, что происходит. Tapu malikinin belediyeye gitmesi gerekiyor. Продавец идет в мэрию и требует... Belediyeden bir emlak beyan değeri alacak bu şekilde. Bize требует оценку квартиры. Вот такая, такой документ. Например, здесь оценка... Burada değer çıkmış mı? Вот, оценка вышла 3500 лир. Бунеки были 3500 лир. Это маленькая стоимость. Это компания продана. Да, здесь выходит или 100 тысяч лир у кого-то, 150 тысяч лир у кого-то, 80 и тому подобное. От этой суммы считывается налог 4% в лирах, турецких лирах. После того, как вы получили этот документ, это стоит приблизительно 60 лир. 60 лир, если долг... Если нету долга по квартире в мэрию, то выходит только 60 лир. Если есть там 150, 300 лир, 400 лир, он меняется, то нужно платить, а после этого они вам дадут этот документ. Это касается хозяина квартиры, который продает. İkinci. Abi sonra şahıs alan kişi vergi dairesine gönderiyoruz. Vergi numarası aldırıyoruz. Покупатель идет, получает ИНН. Его можно получить, дорогие зрители, онлайн. Там есть сайт, вергин кимлик номерасы называется. Секунду. Подаю заявку на ИНН. Я могу сделать. Или же сами можете зайти на сайт. Ябанчилар ичен вергин номерам. Это будет сложно вам. Можно онлайн взять. Можно пойти в организацию ИНН государственную. Находится в центре города. Можете пробить в карте Google верги да ИРСИ. Пропишите, вы его найдете. Получаете в первую очередь ИНН, потом приходите, заполняете документ, который называется форма для подачи заявки
на покупку этой квартиры. Ondan sonra formu dolduruyor. Вот такая форма. Bu alıcı şahsın bazen Türkiye'de ikametgahları oluyor. 99'la başlayan kimlikleri eğer öyle bir kimliği varsa ikametgah, o zaman vergi dairesinden vergi numarasına gerek, gerek olmuyor. Если у вас есть уже ВНЖ, то при получении ВНЖ вы в первую очередь также берете ИНН. Зарегистрируйте ИНН. Если у вас ВНЖ есть, то не надо никакого ИНН номера. Подается заявка по вашему номеру ВНЖ. ID номер. Начинается на номер 99. Так, потом. Заполняется вот такая форма иностран, для иностранцев. Там все данные, замужем, не замужем. Если и продавец... Tamam. Если хозяин иностранец и покупатель иностранец, они оба заполняют вот этот, эту форму. Называется Kimlik Bilgileri Beyan Formu для иностранцев, yabancılar için, для иностранцев. А если хозяин турок, то подается по системе E-Devlet или Web-Tapu. У них есть госуслуги, специальное приложение в телефонах, также можно зайти онлайн по компьютеру, там называется Web-Tapu. gov.tr и там подают эту заявку. После подачи вот этой заявки приходит экспертиза. Нужно оплатить какую-то сумму. Она меняется от квадратных метров квартиры. Минимально на данный момент 1871 лир. 2021 год, 1871 лир — это минимальная экспертиза. И она поднимается выше. Вы это платите, как, так как вы покупатель, налог платите только вы. И ждете. Экспертиз парасын ödedi, mesela. Başvuru yapıldı. Evet, böyle bir ekspertiz başvurusu yapıyoruz. Ekspertizimiz geliyor. Evet, bu ekspertiz için bizim başvuru numaramız. İşte вот номер выходит у них, экспертизы. Вот налог 1871 лир, это на квартире у кого-то там выше выходит. Ekspertizimizin cevabı geldikten sonra da tabu için e-mail'den veyahut da e-devletten başvuru yapıyoruz. Ага. После того экспертиза приходит домой, оценивает квартиру, и приходит смс в систему или e-devlet, или там смс для них как-то приходит, и все подается, собирать эти документы, подаются в ТАПУ, где я вам показал верхнюю часть. И в конце концов эти документы они передают в госорганы. Государство. Все передается государству. Эти документы у него не остаются, все отдается в госорганы, которые называются ТАПУ кадастра. И после этого мы, как я вам объяснил вначале, ожидаем смс-ку из ТАПУ кадастра. Но они сами идут каждый раз, день, два, три, четыре раза, идут, проверяют, спрашивают, отслеживают этот номер, как почта отслеживаемая. Her işlem için tercüman kullanıyoruz. Resmi, yeminli tercüman kullanıyoruz. Расходы, сейчас скажу какие. 4% это налог, вот это от стоимости оценки квартиры. 1871 лир минимальная, то, что выходит, может быть и выше. Это оценщик берет, экспертиза. 1230 лир. 1230 лир шебеяны. Дönerse, maaş, скажем. Стандартный налог государства, который должны все оплачивать. Потом 500 лир берет переводчик, 500 лир опять же манавер. Биле такие вещи берем. И 500 лир берут они за вот этот процесс всего оформления, все отслежки, ведут дела. И вот такой вот процесс, дорогие зрители. После этого приходит смс, звонят и покупателю, и продавцу, что, допустим, 25 ноября будьте в ТАПУ кадастра в 9 часов. Mesela şimdi ayın 25'i gelemediler. Mesaj geldi, randevu alındı. Bir 10 gün bekletme hakkımız oldu. Как он говорит, 10 дней есть у нас, там, можем потребовать, чтобы они сдержали этот документ. Но они порой говорят, что мы не будем рисковать, могут, система может сама автоматически отменить. Советуем отменить и заново подавать, как они. Ну, это за всем они отвечают, за всем они следят. Не будем лезть в их дело. Будем ждать. Так что, новые покупатели, вас я поздравляю, если вы покупаете какую-то недвижимость в Алании или во всей Турции. А также поздравляю продавцов, чтобы смогли продать вовремя квартиру. Все, с вами был мистер Агаси, сегодня тоже без шляпы, и Давуд Бей из Алании, ТАПУ кадастра.
Все, всем желаю счастья, добра, здоровья, благополучия, процветания и денежек. Побольше, чтобы заработать, чтобы приобрести недвижимость в раю, в Алании, так скажем. Это филиал у нас. Всем пока-пока. Yes. Yes. Пока-пока.